Выездное совещание на двухколесном транспорте. Глава Люберец Владимир Ружицкий совершил велообъезд территории. Вместе со своими заместителями он проинспектировал поселок Красково, а также деревни Марусино и Матяково, что на этот раз попало в поле зрения сотрудников администрации в сюжете нашего корреспондента. Тот случай, когда совмещаешь приятное с полезным. Велопрогулка с коллегами, а заодно и инспекция территории. Проверка началась с улицы 2-я Заводская. Первую запись в протокол внесли почти сразу после старта. Некоторые замечания глава округа озвучивает прямо на ходу. Вот эти заборы, гаражи, подошел, надо покрасить. Веломаршрут привел на Красковский карьер. Здесь участники инспекции остановились, чтобы обсудить благоустройство территории вокруг водоема детальнее. Путь, по которому следуют сотрудники администрации, выбран не случайно. Это места, на которые обратили внимание люберчане в своих обращениях. Поговорили с людьми, с жителями. У жителей, по большому счету, с кем мы общались, каких-то таких явных замечаний нет к управляющим компаниям по содержанию территории, по вывозу мусора. Но они есть у меня, это и покосы травы, это пни, это уход за зелеными насаждениями. Этим, конечно, надо заниматься. Подобную практику проводить субботние велообъезды Владимир Ружицкий вел несколько лет назад. Для того, чтобы увидеть все недостатки, это, на его взгляд, самый эффективный метод. В следующий раз глава округа и его коллеги сядут за руль двухколесного транспорта уже на следующих выходных. Луиза Игязарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.